А он этот давно простой. Так что этот на простое уже, я не знаю, сколько лет стоит. Только один этот работает. Как на паспорт. Ну да, здесь и в соседнем доме тоже такая ситуация, которая пойдет тоже один лифт, но на простое. Я уже не знаю, сколько лет здесь стоит. Да, это уже сколько лет этот дом стоит? Угу. По-моему, 2000 года. А дольчики есть? Есть, конечно, наверняка. Угу. Я про то здание и говорил, пока мы шли. Угу. Подожди. Уехал. Угу. Ладно, по каждому лифту я всего еще скажу. Просто как в каком-то году, по-моему, в 2010-2009 году, там подростки, двое совершеннолетних девчонок провалили шахту лифта 7-го этажа. Угу. Выжили, но получили многочисленные переломы. Даже вот в новостях показывали. Но вот когда приезжал первый раз сюда, до сих пор этот дом стоял заброшенный. Только, по-моему, с 2018 года только начали уже строить. То есть уже, ну, лет 10 точно дом уже, ну, стоял заброшенным, и там залазил кто угодно. Так, ну, в общем, все, да, я думаю, можно на этом запись прекратить, потому что мы лифты пока ждем. Второй, он не работает, потому что он уже несколько лет. Я не знаю, по какой причине он на простое находится.